Будапешт требует от Киева внести изменения в закон об образовании, а его реализацию отложить на 5 лет. В противном случае готовы блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Брюсселе во время заседания в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел. Украинский посол при НАТО уже подтвердил, что заседание комиссии Украина-НАТО действительно под угрозой срыва, но президент в любом случае примет участие в июльском саммите Альянса. Напомню, в Министерстве образования Украины неоднократно заявляли, что готовы к консультациям, но венгерская сторона их постоянно затягивает.